Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, опять же война с Ютубом. И сегодняшние сводки с полей. Значит, сегодня Ютуб опять работает у большего числа пользователей России. Браузерная версия открывается и не тормозит. Количество жалоб, согласно сервису «Сбой РФ», сократилось с более чем 30 тысяч до 2 тысяч. То есть, друзья мои, позавчера там удавочку натянули. Да, там затянули удавочку, потом отпустили. То есть почувствовали реакцию. Какие такие люди там сидят, и вот это включить-выключить. Да, включить-выключить. Знаете, странный садизм. Уж если вы решили, ну вы выключаете, да, а тут вы выключили и смотрим. Да, вот подгадили, прибежали, нагадили и смотрим. Какая реакция? Что это за такой вот какой-то сучий подход, в конце концов. Ну, мы-то рады, что сегодня YouTube открыли. Но кто стоит там у вентиля? Какая сволочь, какой мерзавец стоит там у вентиля и балуется, да? Включил свет и выключил. Как, знаете, бывают это хулиганы, да, там где-нибудь выключат свет и убегут. А люди волнуются. Или там раньше были такое баловство, там, дети, да, приходят в подъезд, забегают, позвонят в какую-то квартиру и убегают. А там, значит, чем больше реакции, да, там, если выходит человек, просто посмотрел, никого нету, закрыл. А если там какая-нибудь старушка начинает возмущать, хулиганы, фулюганы, сейчас я вас там участкового, там, или еще кто-то, или какой-нибудь дядька там начинает, там, да я там, или еще гнаться за кем-то, да, то есть вот такая, какой-то хулиганы, похоже, дорвались до управления страной и балуются, да, теперь балуются с Ютубом. Раньше они баловались с пенсиями, там, правда, они включили и не выключили. Да? Включить они включили, а выключить не забыли. Но видите, с Ютубом они обращаются осторожно. И, друзья мои, я подозреваю, что здесь дело не столько даже информационное и политическое, а все-таки эгрегор Ютуба. А это на самом деле, друзья, мы все с вами, пользователи, участники, блогеры и потребители вот этого ресурса. Те, кто смотрит, да, вот это энергетика, огромная энергетика. И представляете, вот это недовольство людей, которые сегодня, они там вчера не смотрели что-то, неважно какой контент, абсолютно. А сегодня им это запретили, и вот это возмущение, если это возмущение, а эгрегор направляет его, оно начинает щелкать, да, по тем людям, которые участвуют в этом процессе. Это магический процесс достаточно. И он может быть неосознанный, а может быть и осознанный даже. И эти люди, которые это делают, то неприятности у них происходят. Они совершенно там, их не предугадаешь. Да, это не просто, потому что они придут неизвестно откуда. Хлопнут вас по голове. Да, там геморрой, зубы заболят, родственник какой-то начнет неадекватно себя вести. Люди начнут там на улице, ваша техника начинает ломаться. Да, вот это вы не сможете заткнуть эти дырки. Ну вот мы, друзья мои, сейчас не можем понять, да, почему вчера они запретили, а сегодня как бы немножко дали откат. Это не значит, что они отказались от своих намерений. Нет, они будут продолжать, скорее всего. Но магия Ютуба, эгрегора Ютуба. Я вам всегда вот это противостояние, да, вот эти некие злодеи какие-то в правительстве. Мы видим только какие-то лица, там этот мальчуган Хинштейн, такой плохиш. Писун, да, такой маленький писун, который все время там что-то такое. А мы пойдем на север, такой табаки. Да, вот он. А что с ним случилось? Да? Что с ним произошло, мы же не знаем. Да, сегодня, может, он кушать не может или какать не может. А связано ли это с Ютубом или просто так? С колдовством Ютуба. Еще кто-то такой, кого-то накрыло, каких-то исполнителей, где-то что-то перегорело. Мы, друзья, об этом узнаем, скорее всего, может быть, потом. Если произойдет общий анализ. Пока мы можем только видеть вот эту рябь на воде. Вчера было, сегодня легче. Как вы думаете, существует ли эгрегор и магия Ютуба? А весь мир это магия. Если вы только прагматично смотрите, то вы просто слепец. Поэтому давайте смотреть глубже. И смотреть. И наши желания тоже. Пусть те, кто хотят заткнуть, чтобы люди не смотрели Ютуба, пусть они сами перестанут видеть. В чем-то они сами высказывают желание, мы не хотим видеть это. Но, с другой стороны, Вселенная может им сказать, не хотите видеть, значит, мы просто закроем вам глазки.
Вы просто ослепнете, не хотите слышать, вы лишитесь слуха. Вы сами высказали это желание. Да? Вы сами транслируете и транслируете это во Вселенной. Бойтесь своих желаний. Вселенная скажет вам, но это может быть чуть-чуть с перебором. А вот это чуть-чуть очень не понравится вам. Так что, друзья мои, так мы просто с вами рассуждаем. Магия Ютуба. Ютуб или злодеи из правительства. Кто кого? Как вы думаете, кто победит? В прошлые разы те мелкие такие персонажи прогорели. Они же давно собирались это сделать. Но что почему-то не выходило. Что же сейчас? Смотрим. Пока, счастливо.